Северском районе простили зимой. Традиционная масленичная неделя подошла к концу. В минувшее воскресенье в честь первого дня весны на площади Северского дома культуры развернулись традиционные гуляния. Гостей и жителей районного центра ожидала развлекательная программа, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, а главное – блины и горячий чай. На празднике не забыли и о самых маленьких. Работники Дома культуры подготовили игровую программу с хороводами, викторинами и конкурсами, в которой мог поучаствовать каждый желающий. С импровизированной сцены звучали песни. Закончились проводы зимы главным ритуалом – сжиганием чучела масленицы, символизирующего начало долгожданной весны.